Екатерина Яникеева составляет тексты для нашей игры. Виктор Хмедьянов отвечает за внешний вид нашей игры. Карина Кальметьева – отличный командир. Она организовывает людей для выполнения задачи. Далила Янмурсина думает над тем, чтобы игра была всем интересна. Финан Басариев придумывает, как играть нашу игру. Сейчас мы делаем макет фигурок нашей игры. Карина и Витя создают дизайн поля из картона и намечают комнаты. Вот что у нас получилось.